Здорово, дружище, с тобой Готика, с тобой Сократ. В этом видеоролике я расскажу, как найти Виндиго Колосса в новом обновлении Westlanders для Fallout 76. И что он из себя вообще, в принципе, представляет. Для того, чтобы начать фармить Виндиго Колосса, нам надо захватить шахту ядерных ракет и запустить ракету. Тут, в отличие от того же самого проекта Рай или, допустим, Матки Зверожогов или Ложного Шипсквотча, никакого задания нет. Надо просто запустить ракету. На этом скрине вы видите, что надо запустить ракету именно в этот сектор. Там, где установлены метки, там будет вероятность того, что он зареспаунится. Вы подходите на эти метки, если там идет случайное событие, стрельба каких-то группировок, то есть, допустим, мутанты против гулей, то в этом случае надо просто всех перебить, выйти из зоны взрыва, подождать 5-7 минут, вернуться обратно, и опять кто-то появится в этом же области. И, соответственно, начать бомбить дальше. Рано или поздно появится тот самый Виндиго Колосса. Как он выглядит, что он из себя представляет, смотрите далее. Обычный трехзвездочный моб 90-го бывает 110-го уровня, которого можно завалить вполне четырьмя людьми в хорошей пачке. К сожалению, проверить на лоу-ливелах невозможно, каким он будет респауниться, потому что нет таких аккаунтов. Более того, данное существо кидает всем знакомое fear, то есть страх. Вы просто разбегаетесь в панике, и бывает такой момент, что можно забаговаться, и вы будете бежать, пока не убежите за область действия радиации. То есть вы будете бежать до конца. Такой мини-ролик выпускаю для того, чтобы мало ли кому-то нужно понять, где находится этот Виндиго Колосса, как его выпустить. В ру-сегменте такой информации нет. Может быть, будет кому интересно. Собственно, все, удачи!